на заработку. Памятник Шахана. Далее шествуем в сторону городского акимата. В 12:00 проводим митинг перед городским акиматом на улице Бибичелек в Алматы. В 11:30 собираемся на Арбате возле ЦУМа. Далее шествуем в сторону Старой площади. В 12:00 митингуем на Старой площади возле КБТУ по улице Тюльби. Во всех остальных городах встречаемся около городских акиматов 31 июля в 12:00. Наши основные требования – нет принудительной вакцинации и свободу политзаключенным. Приходите и боритесь за свои конституционные права. Алга ДВК.